Всем привет! Вы на моем канале Flights and Dreams and Reality. И сегодня я снимаю видео о приводнении самолета в игре Infinite Flight. Вот представьте такую ситуацию. У нас отказывают оба двигателя на нашем самолете. Мы с вами как будто бы вылетели из аэродрома. И вернуться в него мы уже не успеем, потому что скорость слишком маленькая, уже слишком низкая. 180 узлов. И для разворота этого недостаточно. То есть в аэропорт мы вернуться не можем. И я, как бы командир корабля, принимаю решение садиться на воду, то есть приводнять наш самолет. И я сегодня снимаю вот такое вот видео, как сесть на воду в игре Infinite Flight Simulator. Итак, давайте начнем готовиться к посадке. Вообще здесь сесть на воду в Infinite Flight — это очень сложно. Ну там, в отличие от Turboprop Flight Simulator, это намного сложнее, потому что здесь такая физика сложная в этой игре, что, к примеру, ты садишься, ну не знаю, на воду, вроде бы кажется, хорошо идешь, мягко, а все равно он пишет: вы потерпели крушение. То есть здесь довольно сложно эту посадку совершить. Но суть в том, что нужно тянуть штурвал на себя, или там джойстик, перед касанием. Прямо нужно его тянуть. То есть садиться только с приподнятым носом. Иначе у вас ничего не получится, и самолет потерпит крушение. То есть он вам напишет, что вы потерпели крушение. Так, ну давайте, как будто бы вот у нас, видите, все отказало, дисплеи не горят, двигатели отказали. Ну и вот мы с вами уже подходим к воде, тянем штурвал. Ну вот, видите, мы с вами уже приближаемся к поверхности воды, так называемой, и это значит, что нам пора тянуть штурвал. То есть прям тянем, тянем, тянем на себя, поднимаем нос, и вот мы с вами приближаемся, опа, коснулись. Вот так вот, таким вот образом. Это не всегда получается, то есть сейчас, можно сказать, мне повезло. Ну, я, конечно, все делал правильно. И посадка у нас получилась очень хорошей. Все, и самолет, он как бы сам затормозит, сам остановится. И здесь он не затонет, потому что здесь, вы, наверное, сами уже понимаете, что здесь такая поверхность воды, как и поверхность земли. То есть она твердая. Здесь даже нету волн. Это просто такая синяя, ровная поверхность. А здесь, конечно, им над графикой земли и воды работать и работать. Самолеты у них хорошие, но земля и вода, конечно, это минус Infinite Flight. Но если вам хочется приводниться просто для прикола, то вот таким вот образом это можно сделать. Вот он, наш самолет. Вот такое у нас сегодня было видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И всем спасибо за просмотр, всем пока. До встречи в следующем видеоролике.